Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим антенну Wi-Fi на iPhone 6. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Открутили. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого медиатором отщелкиваем экран с нижней части. Аккуратно. Отщелкнули. Открываем. Теперь необходимо открутить металлическую пластину держателя шлейфа. Там 5 винтиков. Откручиваем. Открутили. Теперь снимаем металлическую пластину, отсоединяем шлейфа, там 4 шлейфа, отсоединили, откладываем его, отсоединяем металлическую пластину, там 2 винтика, вынимаем ее, теперь откручиваем антенну Wi-Fi. Снимаем ее. Берем новую антенну Wi-Fi, устанавливаем и прикручиваем. Необходимо прикрутить 4 винтика. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Прикручиваем. Прикрутили. Устанавливаем металлическую пластину. Она крепится на 2 винтика. Первый. И второй. Далее необходимо подсоединить дисплейный модуль. Берем дисплейный модуль и подключаем 4 шлейфа к печатной плате. Подключаем. Подключили. Теперь необходимо установить металлическую пластину и перекрутить 5 винтиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и прикручиваем два нижних винтика. Прикрутили. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.